Прокуратура округа проведет свою проверку больницы Югорска, в морге которой хранилось просроченное детское питание. Сейчас ревизией в учреждении занимается департамент здравоохранения региона. Однако в надзорном ведомстве решили также организовать инспекцию. Как пояснили в прокуратуре информационному агентству «Новый день» в ситуации, вероятно, нарушения федерального законодательства, в том числе санитарно-эпидемиологического. Сейчас будет выясняться, зачем продукты хранились в морге, на основании чего они там оказались, цитируют наши коллеги представители ведомства. Прокуратуру заинтересовало, кто допустил, что 3 тонны детского питания, которое было куплено за бюджетные деньги и предназначалось для малышей, оказались просрочены. Напомним, о странном складе в прощальном зале морга сообщил на своей странице ВКонтакте депутат Думы Югорска Антон Пантин. Депздрав проводит внеплановые проверки закупок и условий хранения детских смесей и каш во всех больницах региона.